Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Культуртрегером быть легко и приятно. В то время как Охлос грязными замазученными руками крутит гайки на заводе, я сижу в уютном доме и читаю стихи. Давно, кстати, не читал я стихи в рубрике «Культуртрегер». Давно такого не было, и вот опять. Сегодня герой моего выпуска – камчатский поэт Игорь Рычков. Кстати, мой давний товарищ, с которым я знаком, если я не ошибаюсь, с 83-го года века минувшего. Сейчас Игорь живет на материке, он уехал с Камчатки недавно. И сегодняшнее стихотворение, которое я прочитаю, это стихотворение забавное. Называется оно «Баллада о ВПШ». ВПШ, если кто не знает, это высшая партийная школа. Васька на складе в халате сидит. Шифер налево толкает бандит. Сеньку забрали, сельпо разорил, шубы соболье молоткам дарил. Сам я на тракторе с детства пашу. Мать говорит, поезжай в ВПШ, справишь диплом да партийный билет. Выберут люди тебя в сельсовет, будешь, соколик, в тепле заседать. Слушай, Ванюша, родимую мать, тёлку купить на какие шиши? Ехай в район, заявление пиши. Снял я верхонки, завёл Беларусь. Чао, Маруся, я скоро вернусь. Взносы партийные внёс молоком, выдал путёвку с печатью райком. А на прощанье второй секретарь даже налил из графина стопарь. Так что, Иван, осознай и гордись. Будешь ты тем, чем и не был надысь. Выведет в люди тебя, дурака, твердая линия нашей ЦК. Партии, так что спасибо, родной. И пропустили еще по одной. С поезда слез я, как птица душа. Добрые люди, а где ВПШ? Дверь, коридорчик, портретики в ряд. Надо экзамен держать, говорят. Дошлый профессор сидит за столом, машет словами, как пьяный колом. А доклади-кась буржуям на страх, много ль материи наткал Фейербах? Первых источников сколько и где? Кто это на стенке висит в бороде? А раз супонька в единый присест, призрака кто подпустил в манифест? Где пролетает пролетариат? Кто проститутка, а кто ренегат? Снял я верхонки и сопли утер. Вижу, мужик он уж больно востер. Не говорю, не проси, не скажу. Нету сегодня во мне куражу, кабы хмельной, отверезому грех. Совестно лается эдак на всех. В нашем колхозе большой перелом, только по матушке, но не со злом. Свякнул очкарик, унял свою прыть. Хочет перечить, а нечем докрыть. Лысину чешет бурей буряка. Ой, говорит, вы совсем с под станка. Рады и я, и мои кореша вашему с кисточкой к нам в ВПШ. Здравствуй, Ванюша, товарищ Иван. Вымахал в поле по пояс бурьян, тын покосился, изба протекла. К Ваське Маруська на медне ушла. Здравствуй, товарищ, родимая мать, вам не пристало идейно хромать. Ежели колхоз завалил опорос, надо решать наболевший вопрос. Здравствуй, касатик, товарищ Иван. Дуется зорька с грехом пополам. Вербу сгладала и ту за сучка, скоро останемся без молочка. Здравствуй, товарищ, родимая мать, надобно базу кормов подымать.
сейте люцерну, кладите силос, будет в сметане купаться колхоз. Зорьку забили, товарищ Иван, дров прикупить продала сарафан, ныне ядрен на крещенье мороз, ты бы из города спичек привез. Здравствуй, товарищ, родимая мать, надо старье, не жалея ломать, с печкой скакнешь ли в научный прогресс, лучше построить за мельницей ГЭС. Здравствуй, сыночек, товарищ Иван, чаю по письмам ты будто бы пьян, хлеба купить нет в избе ни гроша, скоро ли кончишь свое ВПШ? Справил диплом и в мешок увязал, спичек купил и скорее на вокзал. Пусто в кармане, темно в голове, тут заваруха случилась в Москве. С поезда слез, а райком под замком, все величают меня дураком. В фирме совместной второй секретарь английских брендей накапал стопарь. Я ль вопрошает тебя, алкаша, не отговаривал от ВПШ. Видишь, какой получился расклад, ты аппаратчик, а я демократ. Поле по шею травой заросло, а под горой митингует село. Каюсь прилюдно и бью себя в грудь. Люди, простите меня как-нибудь. В избу с повинной пришел головой. Матушка рада, вернулся живой. Взял бы пол-литру, да нету в сельпе. Надо быть, выпила ГКЧП. В мэрии Васька без мыла пролез. Продал волжонку, купил мерседес. Сенькиных и не учесть должностей, он пострадавший от бывших властей. Сам я на тракторе в поле пашу, ну его к лешему, ту ВПШу. Игорь Жучков. Баллада о ВПШ из сборника стихотворений и поэм «Высшая мера». Но, между прочим, написанное в конце 91-го года стихотворение до сих пор не утратило своей актуальности, потому что до сих пор у власти перекрасившаяся красная большевистская тварь. Наконец-то вы узнали правду. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вы не из бывших членов ВЛКСМ и КПСС. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то для того, чтобы не пропускать новые ролики на канале, выполните рекомендации, которые вы видите в правом нижнем углу экрана. До свидания.